что все это значит? Что за куча багажа? Уж не вздумал ли, мой мальчик, ты из дома убежать? Что ты, папа? Папа. Наш прекрасный замок. Замок? Замок. Ни на что я, что я? Не сменю. Что ты? Просто я решил, решил? Что вырос, вырос мама. Папа. И решил, что я женюсь. Ты родителей, наверное, хочешь прямо в гроб вогнать? Говори же откровенно, кто она? Да, кто она? Я хотел сказать совсем не это. Все вы поняли и не так. Я пойду искать ее по свету и уже собрал рюкзак. Ла-па-па, ла-па-па-па, ла-па-па-па-па-па-па. Арчибальд, похоже, нам нужно жениться. Что? Ну и пусть женится. Ну и пусть женится, ну и пусть женится. Это хорошо и полезно для здоровья. Я найду себе такую, чтоб была скромна, мила. И вдобавок, чтоб принцессой настоящую была. Пусть принцесса будет небогата, но полюбит навсегда. Было время, я и сам когда-то точно так же рассуждал, что? Ничего. Будь в дороге осторожен, шли нам письма по пути. Пусть судьба тебе поможет счастье в поисках найти. Не волнуйтесь только ради Бога, я ведь парень с головой, а любая дальняя дорога все равно ведет домой, все равно ведет домой, все равно ведет домой.